2015 года. Наш детский православный лагерь Стан закрывается. Вот он, где березки. Сейчас мы тут. А это Тася Глушкова коров загоняет в загон. И овец тоже. Мы их сейчас разделим. Сейчас начнем все это на склад. Вот они, наши валы. А тут аккуратней, не сломайте. Задвижку вторую тоже аккуратно. Вот. Мы едем, Давай. Поворачиваем. Аккуратно тут осы. Чтобы вас не нашпиговали. Вот, вот мы на склад пришли. На склады на наши. Все, стоп, машина, стоп. Все, опускайте. Не... Или держите кто-нибудь место, нет. Держи его. А остальные таскать будем. Вот как мы отсюда увозили со складов, так сюда и привезли. Это мы сворачиваем лагерь Стан уже. Постепенно. Все заросло с прошлого года, все, что мы убирали. Обильно при том. Коршун летит. Красавец. Все. Ну что, сверху? Постельное белье забираем, а то на сковорищник. Инаф, бери постельное белье сверху. Отдай, упадет сейчас. Вань, подними. Да, это на сковорищник. Пока собери все. Да. Там еще сзади подсовано, вон там где, под отделом. Место, держи нормально, повернись. Хорошо. Руками держи. Полотенце не постельное белье? Полотенце все постельное. Все туда касается. Неси там на скамейку, пока положи, где мы сидим. Возле скворечника. Ваня, помогай. Не стой. Не тереби. Не-не, брат, они пускай берут. А ты это будешь туда складывать. Аккуратно только сворачивайте. Квадратом складывайте их. Туда сейчас, где Никита будет складывать, на полке, а вы будете подавать ему. Подушки, одеяло. Подушки. Ну ладно, я отключаюсь от этого.